Приветствую всех на канале CryptoMax. Это краткие обзоры ICO проектов. В прошлом своем видео я уже знакомил вас с обзором на данный проект Qubitx. И в этом видеоролике я хочу сделать краткую инструкцию, как приобрести токены. Напомню, что осталось 35 дней до окончания продажи токенов на пред ICO. Итак, поехали. Нажимаем, переходим на ссылочку в описании, будет на сайт qubitx.io. Нажимаем кнопочку Contribute to TGE. Дальше нажимаем зарегистрироваться и заполняем форму. После заполнения формы нажимаем зарегистрироваться. Поехали. Ну что, друзья, мы зарегистрировались, и нас оповещает о том, что письмо пришло на почту для того, чтобы подтвердить свою регистрацию. Переходим к себе на почту, видим, что пришло письмо от Qubitx, где нам нужно нажать кнопочку Confirm My Account. Нажимаем. Успешно подтвержден. Отлично. Дальше мы нажимаем «Войти в свой кабинет». И видим, что какая сумма уже собрана. Это 789 тысяч долларов, почти миллион. И дальше мы нажимаем на кнопочку так, «Участвовать». Есть. И выбираем сумму, которую мы хотим инвестировать. Допустим, я хочу инвестировать 1 эфириум. Ага, все понятно. Сейчас на данный момент минимальная инвестиция составляет 25 этериум, так как это закрытая продажа. Если вы не владеете такой суммой, то, конечно же, вам нужно будет немножко подождать, когда закончится закрытая продажа, то есть для крупных инвесторов. И уже будете приобретать на сумму поменьше. То есть все просто, вводим здесь сумму и нажимаем оплатить. После того, как мы нажимаем оплатить, получить, все, здесь выводится у нас кошелек, на который вам нужно отправить. Внимание, отправляйте Ethereum только с кошелька, которому у вас есть секретные ключи, не отправляйте напрямую с биржи или обменного сервиса. Ну, это все должны прекрасно знать, что пользуетесь, если вы отправляете Ethereum, то пользуйтесь Miser Wallet, либо холодными кошельками Ledger, например, или Trezor. Скопируем и заходим к себе в кошелек Miser Wallet и отправляем. Все очень просто. Просто дождитесь, когда закончится. Давайте перейдем на сайт и посмотрим, что у нас там по датам. Ага, так, то есть получается, у нас будет идти до 31 августа. Будет идти pre-public round. То есть получается, именно вот эта продажа от 25 эфиров будет идти до 31 августа. Так что у вас есть время для того, чтобы изучить данный проект. Просмотрите мой предыдущий видеоролик, либо ознакомьтесь в этом видеоролике с сайтом. Ссылки оставлю в описании на сайт. Также оставлю на описание white paper. Также на сайте есть ссылочка на этот документ. Вот он. И уже более подробно ознакомьтесь до 31 августа, чтобы быть в курсе всей информации. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.